Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 21 года прошли с 17 по 19 ноября на борцовских коврах Дворца спорта имени Гамида Гамидова. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 32 округов страны, всего около 450 борцов вольного стиля. На торжественной церемонии открытия приняли участие представители администрации города в лице первого заместителя главы администрации Бадыра Ахмедова, который в свою очередь поприветствовал всех участников и гостей соревнований. Я от имени главы Борцовского клуба города России, от имени Федерального корпуса приветствую вас сегодня. Слава Богу, Россию и поборолся своим словом в ней, вольному клубу. Хочу пожелать вам здоровья, успехов, зрелищных, сладких и заодно поздравляю наших гостей города, зрителей этого турнира. Как отмечают специалисты, одними из лучших наряду со всеми борцами вольного стиля были спортсмены дагестанских спортивных школ. Как отметил начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города Магомедали Газимагомедов, на протяжении всех соревновательных дней, выходя на ковер, уже чувствовался тот сильный настрой на победу и уверенность в том, что именно они завоюют наибольшее количество наград разного достоинства. Как сказал старший тренер сборной команды России Магомед Курбанович, что мы хотим проверить ребят, как они почувствуют себя утром взвешивания через полтора часа больше. Вроде ребята выдерживают, никто не смотрит дистанции, зрелищную хорошую борьбу показывают, так что я думаю, что эта система тоже приживется и будет дальше жить. По итогам турнира 5 спортсменов из Дагестана заняли первые места в разных весовых категориях. 6 спортсменов заняли вторые места, 7 удостоились третьих мест, заняв первое место в общекомандном зачете соревнований. Данный турнир для призеров первенства является билетом в первенство России 2018 года без отбора. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».